Эмамали Рахмон написал очередную книгу под названием «Об актуальных внешнеполитических вопросах и инициативах Республики Таджикистан». Об этом пишет информационное агентство «Азия Плюс». Издание в объеме 366 страниц на таджикском языке представляет собой сборник из парламентских посланий, выступлений, речей, интервью и заявлений Рахмона для прессы. Книга состоит из двух разделов и приложений. Первый раздел сборника посвящен актуальным вопросам и основным направлениям внешней политики Таджикистана в течение двух последних десятилетий. Материалы второго раздела отражают инициативы Рахмона в международной политике по вопросам водной проблематики и глобального изменения климата, путей решения афганского кризиса и тому подобное. Наблюдатели отмечают, что в Таджикистане уже на протяжении многих лет практикуется принуждение жителей к покупке и изучению каждой из книг Эмамали Рахмона. В первую очередь к подобному принуждаются чиновники, а также сотрудники бюджетных учреждений, школьники и студенты высших учебных заведений.